Более 50 соотечественников-старообрядцев вернутся из США в Приморье. В ближайшее время приедут 55 человек. Уже прорабатывается вопрос с их визовым обслуживанием. Еще больше наших соотечественников будет возвращаться из Латинской Америки и других стран. Об этом говорил на встрече губернатор края Олег Кожемяка с митрополитом Московским и всея Руси, предстоятелем Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием. С расселением старообрядцев, возвращением их на исконные земли, где проживали их деды и прадеды. И сегодня они возвращаются на свои территории, там, где ранее их предки обрабатывали землю, выращивали урожай, разводили сельское хозяйство, осваивали именно в числе первых поселенцев Приморья. Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы им были созданы необходимые условия, то есть предоставляем новые земли, видим, что это движение набирает обороты. У нас в Красноармейском районе сейчас Пожарский район прибывают переселенцы из дальних стран. В общем-то, это хорошая практика, та, которая позволяет и поднять землю, и возродить вновь сельское хозяйство, и придать облик сельской местности. Это наша культура, наша религия, которая издревле была на российской земле. Поэтому здесь мы со своей стороны и дальше будем продолжать содействовать и главы администрации, и правительство Приморского края. Вы знаете, что и президент поддерживает именно переселение, возвращение людей на родную землю. Мы хотели бы с вами обсудить именно переселение очередной партии или группы, это уже Соединенных Штатов, где-то 55 человек ближайшие. Значимое такое переселение из именно Соединенных Штатов в Россию, я думаю, что это привлекает большое внимание, очень важно нам. И вообще, как переселение всех старообрядцев, как вы сказали, на родную землю, те традиции, тот дух, который они с собой несут, это очень важно нам сейчас, русским людям, возвращение к своим корням духовным, к свой родной дом, а родной дом – это православие, это Святая Русь.